Скажите, давно построено вот это вот сооружение? А по-моему, это сооружение что, закончили в четверг, по-моему, да? Неделька, наверное, если что. Четверг. Это только-только доделали, да? В четверг, да. Вот, закончили. Ничего не доделывали. Все. В субботу я с работы ехала, доделывала. В субботу, видимо, машин много было, освещали. Ну что ж, я вот, в принципе, когда первая вывеска деревни появилась, ну, подсознание подсказало, что, что кто-то вспомнил о своей родине, о малой родине, потому что никого здесь не живет. А вы знаете, кто вот строил? Гончаровы. Гончаровы, да. Семья Гончаровых. Ну, вероятнее всего, из этой деревни. А тут была деревня. Вы помните здесь, когда деревня была? Давным-давно помню, да. Была тут деревня. Ну, большая, да, была деревня? Ну, приличная деревня, да. Ну, не скажу точно. Транзитом мимо приходилось. Везде деревни здесь были. Здесь процентов еще 10, наверное, осталось, десятая часть. Вот на этом участке, на 6 километрах до Покровского, деревень 10 было. 8. А это как деревня называлась? Это Семенская. Семенская, да. А скажите, долго строили вообще вот это? Два дня они. Два дня? То есть за два дня построили? Да, два дня они, по-моему, так. В четверг мы проезжали, в пятницу, а в субботу собирались машину. Но я предположил, что после службы, где-то в час, видимо, освещали. То есть освещали еще, да? Это, конечно, я убежден, многих радует, всех радует. Но до... что не забываться, малая родина. Хотелось бы пожелать, конечно, всем не забывать свою малую родину. Ну, чтобы не было вандализма, конечно. Угу. И чтобы здесь сохранялся, ну, нормальный порядок. Я полагаю, что кто-то начинал эту часовенку, полагаю, что ну, или они, или общими силами, но благоустроиться еще больше степени.